доброго времени суток игрокам и будущим игрокам нашего сервера. Это 9-е видео из рубрики «Чевой». В данном видео мы с вами рассмотрим систему покупки бизнесов, а также рассмотрим фракцию риэлторы. Для того, чтобы купить бизнес или квартиру, подходим к любому из бизнесов, который вам нравится. В данном случае это будет 24/7. И пишем команду «Buy». Далее вы видите, что данная недвижимость обойдется нам 85 тысяч рублей, или же в премиум валюте, ну, мы с вами выбираем рубли. Нажимаем «Да». Мы видим информацию, что мы запомнили адрес недвижимости. Теперь нам нужно отправиться в риэлторскую компанию и написать заявление. И после этого мы с вами рассмотрим игру, соответственно, со стороны риэлтора, как выглядит заявление, как их принимать и так далее. Ну а сейчас поехали к риэлтору. С вами добрались в офис риэлторов. Он находится справа от нас. Заходим. Для того, чтобы написать заявление, встаем на этот пикап и нажимаем клавишу Alt. Мы видим информацию, то, что мы с вами оформляем заявление на покупку недвижимости. В данном случае цена недвижимости 85 тысяч рублей. Район и улица, также область, номер дома и наш номер телефона. Стоит отметить, что обязательно должен быть номер телефона, потому что риэлторы будут использовать конкретно номер телефона для связи с вами. Ставим подпись. И теперь рассмотрим функционал риэлторов. Если вы риэлтор, подходим к другому столу. Опять же нажимаем клавишу Alt. И как видите, вот есть у нас одно активное заявление. То, что это у нас вид покупки, это предприятие. Дата оформления по серверу 6 февраля 2013 год. Покупатель, кто конкретно покупает, и в онлайне человек или нет. Нажимаем кнопку «Выбор». Видим информацию о покупаемой недвижимости. Опять то же самое, что мы видели с вами при заполнении. Нажимаем кнопку «Далее». И, соответственно, «Принять», «Удалить заявление». Если вы принимаете заявление, то у нас отображается на карте, где находится конкретный бизнес. Вы созваниваетесь с игроком по номеру телефона, садитесь в онлайне, подъезжаете к бизнесу и продаете его через команду SellBiz. Деньги с игрока считываются с его банка, ну точнее с его банковской карточки, поэтому деньги на приобретение недвижимости или квартиры, соответственно, должны находиться на счету в банке. А на этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, задавайте свои вопросы. До скорых встреч.